История. Очень богатая история в Алании. История, природа, море, песчаный пляж. Вот. В Дубае такого нету. В Дубае я был. Там пустыня искусства. Везде искусство, друзья. Дубае. Испания не был, но Испания практически тоже так же. Я так думаю, что в Дубае просто история нету. Природа нету. Поэтому, я думаю, что поэтому много людей приезжают в Турцию. Потому что природа. Мы, человек, эмоциональный. Любим природу. Любим просто посмотреть историю, вспоминать прошедшее время. Вот история. Аланийская крепость. 13 век построен. Алаатин Кейкупат построил, друзья. И природа, зелень, везде зелень, друзья. Так что 62-46 наш номер объекта сегодняшний, друзья. Скоро хочу с вами поделиться. И на нашем сайте можете посмотреть более подробнее. 62-46 arbatoms.co. Через наш сайт, и внизу тоже оставлю ссылку. Нажимайте эту ссылку, оттуда получаете более подробную информацию, друзья. Так что пока я хочу немножко, можно оператор минутку, 2 минуты поболтать? Можно? Я знаю, что тебе не нравится, что я много разговариваю, много болтаю. Вот это, да, меня каждый раз предупреждают. А Асумбей, можно коротко? Хорошо. 2 минуты, можно? Хорошо. Потому что люблю. Люблю вот это жизнь, люблю море, люблю солнце, люблю вот это зелень, люблю людей, вот это люди ходят, особенно утром, люди как-то мусор собираются, как-то люди начинают энергичнее работать, наблюдать, посмотреть вот это жизнь. Люблю кошка, вот эта кошка тоже, да, вот с видом на море. Она живет, наслаждается, загорает с видом на море. Даже кошка здесь живет, вот это воздух, чистый воздух дышит, почему вас нет? Да. Даже кошка, вот человек, оператор, покажи, пожалуйста, вот человек, в середине дорогу спортом занимается, велосипедом катается, люди, и кто-то там пьет, что пьет, я не знаю, что-то пьет, курит, так что, друзья, это все жизнь, мы люди разные, и жизнь продолжает в самом деле, друзья. Хотим или не хотим, все равно жизнь продолжается, и время идет, поэтому надо жить качество. Поэтому надо жить просто как человек, эмоциональный, как человек надо жить. Вот, время идет, потом поздно будет все это. Надо любить друг друга, надо любить все, даже вот это дерево тоже потрогать, любить. Так что это все жизнь, друзья. Жизнь один сам по себе не пройдет. Надо с кем-то поделиться, с кем-то любить, наблюдать, жить. Пляж очень красивый, да? Пляж, парашют, люди загорают, отдыхают. Так что, друзья, где мы находимся вместе с вами? Центр, самый центр Алания. С вами, друзья, самый тепло точка в Турции. Здесь завод, фабрика нету. Здесь чистая экология. Здесь горы, море чистые для проживания. Очень хороший город. Город Алания, друзья. Здесь не мегаполис, здесь не большой город. Не маленький город, но для проживания, для здоровья очень хороший город. Сам деле, оператор, ты на месте не встаешь. Постоянно туда-сюда. Я показываю Аланию. Ты должен за мной бегать. Не я за тобой, я за тобой бегаю. Хорошо? И вот это проект, который 62-46 номер объекта на нашем сайте. Отсюда недалеко, 150 метров недалеко. Через балкон даже видно море и все близко. В центр города можете пешком ходить, вечером выйти. Это для детей, для пожилых людей очень удобно. Вот такое место расположения, друзья. В самом центр Алания. Так что 3+1, 100 квадратных метров.
3+1. Для большая семья очень удобно, очень хорошо. Так что вы не только для себя можете это купить, такое месторасположение. Еще для сдачи аренды тоже очень хорошо. Очень хорошо месторасположение для сдачи аренды. Это что такое? На что похож? Длинный, большой, такой. Ну, на что? Кукуруза? Нет, это банан. Не видишь, что ли? Это банан. Просто она оттуда идет. Бананы. На пляже бананы, да? Вот. Какой полезный земля, туристская земля. Что посадишь, все растет. Давайте теперь поднимаемся. Не поднимайся, пойдемте пешком. Вот это наши проекты. 3+1, посмотрим. Очень хорошо для сдачи аренды. Очень красивее. Мне очень нравится вот это место. Мы сами тоже отсюда недалеко живем. Очень удобно, на самом деле. Для любой город, для любой страна очень важно, что как-то недвижимость, месторасположение. И месторасположение, друзья, и качество – это очень хорошо. В самом деле это очень важно. Поэтому, если вы рассматриваете зарубежную недвижимость, очень важно консультант, друзья, особенно местный, русскоязычный консультант. Это очень важно, чтобы потом не ошибались. Какой-то подводный камень, да, как по-русски? Подводный камень не было, чтобы вас направили очень хорошо. Так что очень красиво, да? Мы ходим. Давайте поедем тогда, посмотрим, что нас там ждет. Поехали. Еще есть в этом доме система «Умный дом». Друзья, система «Умный дом» есть еще для каждой. Санузел есть. Что есть? Здравствуйте. Туалет? Нет. Теплые полы тоже есть, друзья. Короче, на 4-м этаже поднимали. Очень красивая квартира. Это перехожая. С правой стороны шкаф. Такой маленький такой стол. Скромный, хорошо. Здесь детская комната. Два отдельных кровати, друзья. И шкаф достаточно большой. Как вы видите, она так продаются. Вот это все выходит стоимость, друзья. Для каждой комнаты есть еще кондиционер. Здесь родительская комната. Скажу, не знаю, кому как. Никому как можно. Родительские, можно детские. Потому что это 3+1, 100 квадратный метр. Еще шкаф здесь есть. Так что оператор все покажет детали. Здесь есть вот это, можно сказать, родительские комнаты, друзья. Потому что здесь достаточно большой, еще маленький. Там есть балкон, достаточно большая и светлая квартира. Центр города Аланья, 100 метров до моря, пляж, все близко. Так что здесь тоже шкаф, достаточно большой шкаф. Так что все эти путают, большие. Так вот это подъезжие, по-русски очень тяжелый язык. Вот здесь теплые полы, и здесь общий санузел. Вот такой длинный, большой, общий санузел. Это вторичное жилье, 3+1, на 4-м этаже. Это предпоследний этаж. Здесь есть еще, конечно, инфраструктура. Есть сауна, есть бильярд, теннисный стол, есть тренажерный зал и бассейн тоже есть. Еще консьерж тоже есть. И есть еще... Что есть? Аппараты здесь. Все есть. Еще что нужно? Все есть для комфортного жизни. Что? Апельсиновый сад очень красивый. И здесь вот такой... Достаточно большой кухни и очень качественно. Вот это бланки есть. Бланки более качественно. Как это будет по-русски название? Умывальники? Нет, раковина. Раковина очень качественно. Бланки, марка. И еще есть холодильник. Достаточно большой и
красивее. Так что и здесь есть еще духовка, и посудомоечная машина, и микроволновка, посуду, масуду, все есть, друзья. Очень большой диван такой угловый, и телевизор тоже достаточно большой, как мини, да? Как такой, как будто я тоже большой, он тоже большой. Мы все черные сегодня, все черные одеты. Так что все есть. Вот это аксессуар мне очень нравится, на самом деле, что-то вышло отсюда, да? Потом положи, да? Подожди. Что там есть? Подожди, вот, а, вот, вот, дырочка. Не люблю дырочка. Дырочка всегда мешает, да? Надо... Иногда. Иногда мешает, иногда не соображаем, куда можно положить. Дырочка очень важна. Так что, давайте. Здесь вот такой большой балкон. Вот такой, можно назад, вот. Здесь большой балкон и отсюда. Теперь камине. Аппаратор камине. Камине, камине, все будет хорошо. Вот, сразу камера поворачивай, поворачивай, поворачивай. Вот, с видом на море, как я вам говорил. Вот, где мы с вами были, 100 метров до моря. Вот это, вот это, вот это, вот это ваш балкон, ваша недвижимость, друзья. От моря недалеко. И здесь еще есть вот это маленькая кладовка. Вы можете туда поставить. И это... Вообще место, комната для кондиционера. Так что 6246 номер объекта, друзья, arbatoms.co 6246 номер объекта. Через наш сайт тоже можете посмотреть более подробнее информацию, можете читать, друзья. Так что с вами был сегодня какой город? Аланья, друзья, с вами Тепло.Бутурсу. Аланья с вами был и с вами ваш человек Бутурсу Асым. Компания Arbatoms. Если еще вы не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья. Всем удачи, берегите себя.